На неделе заседания ОПЕК Плюс на время перехватило информационное первенство у коронавируса. И на это были серьезные причины. Для энергетических стран, таких как США, Россия, Саудовская Аравия, Азербайджан, цены на нефть будут влиять и на сроки восстановления экономики после пандемии коронавируса. Напомню, что в марте странам ОПЕК Плюс не удалось договориться о сохранении добычи углеводородов на прежнем уровне, и черное золото практически обесценилось. И вот новое заседание в формате видеоконференции. По итогам многочасовых переговоров 23 страны согласовали новую сделку на 2 года с постепенным уменьшением объема сокращения добычи альянсом к 1 мая 2022 года. На 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне. Затем до конца года квота снижается до 8 миллионов баррелей в сутки, а до конца апреля 2021 года до 6 миллионов баррелей в сутки. Единственным участником переговоров, кого сначала не устроили предложенные условия, оказалась Мексика, отказавшаяся снижать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Мехико настаивал на цифре в 4 раза меньше. В своем посте в Твиттер после окончания встречи ОПЕК+, министр энергетики Мексики заявила, что ее страна готова снизить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. Но по итогам переговоров США согласились взять на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи, что позволило Мексике остаться при своих условиях. Россия и Саудовская Аравия договорились взять базовый уровень отсечения в 11 миллионов баррелей в сутки. В этом случае Россия и Саудовская Аравия в мае-июне снизят добычу до 8,5 миллионов баррелей в сутки. В этот сложный момент все государства должны действовать в духе партнерства и солидарности. Необходимо соблюсти баланс интересов производителей и потребителей энергоресурсов, исходя из стратегической задачи обеспечения устойчивого экономического роста на годы вперед. Азербайджан, согласно новой сделке, ОПЕК Плюс обязался сокращать добычу нефти в мае-июне на 164 тысячи баррелей в сутки до 554 тысяч баррелей. С октября 2018-го Азербайджан добывал 718 тысяч баррелей сырой нефти. Высокую оценку новому соглашению, достигнутому участниками организации стран-экспортеров нефти и странами, не входящими в картель, дал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. Каждая нефтяная страна, участвующая в этом процессе, продемонстрировала солидарность с целью стабилизации нефтяного рынка. Азербайджан, играющий активную роль в процессе регулирования в рамках формата ОПЕК+, взял на себя новые обязательства и поддержал глобальный нефтяной рынок. Партнер консалтинговой компании RosEnergy Михаил Крутихин считает, что для Азербайджана не станет проблемой выполнить условия новой сделки. Азербайджан вполне может выполнить свою квоту, поскольку у него и без этого снижается добыча. То есть это регулируемое снижение сейчас идет. Это временное перемирие, но не конец нефтяной войны. В любой момент один из участников сделки может выйти из нее и тогда снова ждать ценовой турбулентности и давления на мировую экономику. Российские эксперты считают, что если даже цены на нефть останутся на низких значениях, Азербайджан к этому готов. Глобально, если смотреть, то у Азербайджана довольно устойчивая ситуация, несмотря на то, что зависимость от экспорта нефти, она очень высокая, потому что если мы посмотрим статистику внешнеторговую у Азербайджана, превалирующая долю в экспорте как раз приходится на сырую нефть. Но учитывая вот факторы золотовалютных резервов, учитывая те программы, которые сейчас реализуются в Азербайджане в отношении диверсификации экономики, в целом ситуация, если цена на нефть не будет даже в среднесрочной перспективе держаться на том уровне, который есть, у Азербайджана, в принципе, есть все шансы достаточно безболезненно, без серьезных кризисов и катаклизмов выйти из кризисной вот этой вот тяжелой ситуации, в которой находится мировая экономика. Здесь сомнений нет. Азербайджан не будет уповать только на углеводороды. В стране идет активное развитие не нефтяного рынка. Это главное противоядие от нестабильности на рынке черного золота.